90-е годы 19-го столетия. Адмиралтейские и Ижорские заводы стремительно развивают свою промышленную индустрию. Старый способ транспортировки готовой продукции по воде уже не отвечает революционной динамике производства. Поэтому в 1893 году строится железнодорожная ветка, соединяющая завод с Николаевской, ныне Октябрьской, железной дорогой. Вскоре это уже целая сеть путей, ведущих к магистралям России. По ним в годы Великой Отечественной войны отправляли на фронт военную продукцию, новые бронепоезда. В послевоенные советские годы отгружали атомные реакторы, карьерные экскаваторы, оборудование для нефтепереработки и многое другое. В 21 веке трудовые традиции железнодорожников Ижорского завода, флагмана отечественного машиностроения, продолжены достойным преемником. В 2003 году Совет директоров Ижорских заводов принял решение о выделении транспортного управления завода в отдельное предприятие. Так образовалась железнодорожная транспортно-экспедиторская компания. Сегодня более 500 высококвалифицированных специалистов ЖТЭК оказывают услуги по всем важнейшим направлениям отрасли. Это традиционная перевозка грузов по железной дороге, в том числе тяжеловесных и негабаритных. Их объем постоянно растет и составляет сегодня свыше 120 тысяч вагонов в год. Грузы доставляются качественно и в срок в любую удаленную точку. Автомобильные перевозки также необходимы и включены в логистику компании. Организация и управление процессом перевозок, складская логистика осуществляются по современным отраслевым стандартам. Некоторое время назад компания начала предоставлять терминальные услуги. Это новый проект ЖТЭК. Установлен двухконсольный контейнерный козловой кран грузоподъемностью 50 тонн и шириной пролета 32 метра. В настоящее время ведется строительство второй очереди контейнерного терминала. Сегодня же на площади 7000 квадратных метров организованы перевалка различных грузов, временное хранение и обслуживание контейнеров. Грузооборот складского терминала от 250 тысяч тонн в год. Ремонт, строительство, реконструкция железнодорожных путей – неотъемлемая часть будней предприятия. Железнодорожники ЖТЭК эксплуатируют и содержат более 70 километров путей, обслуживают и ремонтируют порядка 100. Локомотивно-вагонное депо – сердце предприятия. Все виды технического обслуживания и ремонта тепловозов, подвижного состава производят здесь специалисты ЖТЭК. Капитальный ремонт двигателей и ходовой части, обточку колесных пар, дефектоскопию, малярные работы. Современный железнодорожный транспорт требует высочайшего уровня мастерства специалистов. Сторонние железнодорожные компании доверяют ремонт своих тепловозов и другой техники профессионалам ЖТЭК. В рамках перспективного развития предприятия заложен и возводится новый транспортный цех. Это значит, что команду ждет новая работа, новые заказы и новые инновационные свершения. Успех компании – это успех каждого ее сотрудника. Коллектив ЖТЭК – большая семья единомышленников, многие из которых верны предприятию со времен предшественника – транспортного управления Ижорского завода. И ветераны, и молодежь – люди с активной жизненной и гражданской позицией. Вместе они участвуют в городских мероприятиях, общественных, спортивных, мемориальных акциях. К своему 20-летию железнодорожная транспортно-экспедиторская компания подошла с высоким запасом прочности. Ее современный, высокотехнологичный сервис по транспортному обслуживанию промышленных предприятий – достойный вклад в будущее города и страны.